давно не ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно за свои покупки в интернете. letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгодой. Так, дорогие друзья, всем привет. Сегодня мы поговорим об HTC Nexus S1 со Snapdragon 820, который нам могут представить уже 4 октября. Один из двух ожидаемых в этом году смартфонов Nexus, а именно HTC Nexus S1, появился в базе данных GeForce Bench, заявив о своих спецификациях. Итак, посмотрим тут, какие у нас параметры на нем, значит. Так, OS, Android, MMR1 какой-то. Так, что у нас дальше? Дисплей Full HD, 5-дюймовый. CPU у нас здесь Quad-Core, 2,1 ГГц, Snapdragon 820. GPU Qualcomm Adreno 530, OpenGL 3.2. Так, что у нас дальше? Оперативки у нас 4 гигабайта. Ну, здесь у нас указано 3.7. Внутренняя память у нас 32 гигабайта. Доступна пользователю аж 22 гига. Очень как-то маловато. Итак, камера у нас, значит, на 11 мегапикселей. Так, видео снимает она в 4K. Фронтальная камера 7 мегапикселей и запись видео в 2К. Итак, тут у нас еще есть сенсоры, датчики, акселерометр у нас есть, барометр, Bluetooth, конечно же. Так, камера, компас, GPS, гироскоп, light sensor, NFC есть, так, спидометр есть, еще какая-то фигня, короче, куча всякой ерунды. Ну, остальное и так мы все знаем, Wi-Fi и так далее, все это, понятное дело, есть. Итак, так, Nexus S1 оснащен 5-дюймовым Full HD экраном и процессором Snapdragon 820 с тактовой частотой 2,1 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 32 внутренней памяти. Основной камерой на 12 мегапикселей и фронтальной камерой на 8. Из коробки аппарат будет работать на Android 7 уже. Ничего себе, Android 7, это круто. Nexus S1 будет также снабжен сканером отпечатков пальцев. NFC, USB Type-C будет. И батареи на 2700 мАч. Ожидаемая стоимость аппарата у нас тут $350. Как мы помним, Nexus 6 в 2014 году был представлен в октябре, годом позднее. Nexus 6P дебютировал в конце сентября. Основываясь на этом, издание Droid Life заявило, что в этом году премьера гуглофонов ожидается на 4 октября. К сожалению, это неофициальная информация, и потом отнеситесь к ней с осторожностью. Так что да, будем ожидать каких-то официальных сведений, чтобы знать уже точно, что и когда будет у нас. Вот такие вот дела, ребятки. Всем пока.